Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я представляю компанию «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию частоты преобразователей Danfoss серии VLT MicroDrive. На данном видео представлена модель артикул 132F2020. Прибор регулировки предназначен для работы со всеми стандартными трехфазными асинхронными двигателями. Поставляется в картонной упаковке с защитой из пенопласта, оберегающим устройство от ударов и повреждений. Прилагается подробная инструкция. Оснащен выходом для подсоединения панели управления оператора. Панели управления в комплекте нет. Приобретается отдельно. Могут быть в двух исполнениях. С потенциометром, либо без. Присутствует возможность удаленного монтажа панели управления с помощью специального монтажного комплекта. Клеммы подсоединения размещены под легко съемной клеммной крышкой. На задней панели находятся монтажные отверстия. Программное обеспечение для прибора необходимо загрузить с официального сайта производителя. Основные технические характеристики. Входное напряжение трехфазное 380 вольт. Мощность 1,5 кВт. Номинальный ток 3,7 ампера. На складе компании «Электромотор» находится большой выбор частотных преобразователей Danfoss. Предлагаем специальные цены для крупных покупателей и проектных организаций. Контактный телефон 5 300 38.